Доброго ранку, мы из Украины. Ну, сегодня более-менее было тихо. Что хочу сказать. Смотрите, докладывают службы, что пошли звонки касаемо... От моего имени там фотку прилепили с какого-то левого номера, звонят и просят помощь там куда-то, чего-то. Официально говорю всем, я ни у кого ничего не прошу, у нас все есть. Мы стараемся, есть предприятия, которые помогают добровольно, и мы справляемся. То есть я не могу никому звонить, или от меня никто не может звонить и просить кому-то денег. Это точно точка. А, да, кстати, мы выяснили этот номер, там в Днепре зарегистрирован. Передаю привет офисникам из Днепра. Пацаны, то есть занимайтесь русскими, забирайте у них деньги, не трогайте наших, то есть Европу не надо, потому что, ну, поругаемся. А второе, то есть... Начали мы уборку, есть кое-какие конфликтные ситуации у нас на территории области, безличностно говорю, если кто-то будет ругаться там за урожай, там недовыяснили, вы не сели за стол переговоров, будет как в сказке про двух жадных медвежат, заберется на ЗСУ, сделается им хлебушек, поэтому не надо ругаться, садитесь за стол переговоров. Всем добра!